Поверьте мне,
Я точно так же тряс головой, ничего не мог понять. Потом, где-то буквально на 10-ю тренировку я начал что-то понимать. Здесь совершенно другой принцип. Совершенно другой. Здесь принцип наработки очень медленных движений и понятий именно подсознания, как нужно двигаться в зависимости от конкретной ситуации. Здесь нет приема совершенно никаких. Здесь есть конкретная ситуация и конкретная поведение человека в зависимости от конкретной ситуации. Как мы это объясним? Как бы это тоже все это, как бы, всякий раз, потенциально не имеет значения. Почему вы не создали глаза, что вы не задаете? Ну как это? В его голове. Что там происходит? Долгов, по его решению, говорит, дело в этом деле участвует. Само согласилось на определенный закон, куда дело привязался, и теперь ты видишь эти движения. Зачем теперь тебе с этими движениями связываться, когда можно бить туда, кто принимает эти решения, по договору они все равно подписаны. Там по одному месту счет, и вот это движение не имеется, и следующее не принимается. То есть вот то, что мы там написали, вот эти писанины, да, то есть 10 или 12 минут. То есть можно обозначить один такой манипуляцией сознания. Что это такое? Это проход. То есть как подаешь сигнал в ящик, да? То есть и на выходе точно из него выскочит абсолютно угаданная модель. То есть на выходе стоишь и ждешь, либо не стоишь и не ждешь, не заставляешь его выключить. Перемещается раз, два, три. То есть развалишь его вообще. То есть он не способен каких-то агрессивных вещей, действий принимать, а пассивно дает позицию. Они складываются все вместе, то есть как бы. Вот один быстро ускоряется, то есть и летит другого, то есть и не складывается еще. То есть так, так, ну, ничего, ничего не было. Абсолютно нормально. То есть это можно отдельно как бы что-то рассматривать. Но как бы вот такого, да, я не знаю. Бьем как бы медленно, да, но по-настоящему. То есть бьем по-настоящему. Понятно, да, так? То есть вот, допустим, смотрите, пример работы вот двух прикладных центров. Пусть он держит нож, да? Просто как бы вот есть два древних центра, это какие-то из
сознание работает, оно крайне медленно. То есть вот оно как бы оно все анализирует, слушает, думает, чувствует, то есть там такими вещами занимается. А подсознание оно применяет сразу же. То есть как бы безоговорочно, да что там не делаешь, оно подсознание сразу же выдает там готовую двигательную схему. На дороге там потом разбудил машину, просто разобраться с каким-то. А ты сознание, да? Сознание, когда ты видишь? Вот я им автомобильный сигнал дал, потому что с командой более эффективный двигательный центр, то есть, который подсобрет тебя с разглядыванием электричек, то есть там еще каких-то вещей. Зато спасет и нужно. Вот. Подсознание, оно занимается очень простыми задачами. То есть, там все самое проявление, самое, то есть, как бы, все самое-самое. Оно занимается самыми простыми, допустим, там, сохранение, удаление, какими-то такими вещами, допустим, человек хочет заходить. Вначале это все сознание анализирует, как же там может поставить, там туда-сюда, какой-то горевай, а потом, то есть, научившись, он начинает ходить. Вот, допустим, не знаю, что это не мышечное, а сознание научилось, а просто вот таким любом состоянии, пошел дальше, допустим, опять все эти рельсы. Допустим, еще сильнее зачесалось, допустим,
он там пищу почищу, допустим. Раз он там посмотрел, что такое там клей, допустим, он никогда с этим делом не делал. Да. То есть сразу же по собранию нет такой модели, что с пищем делать. За низ. Вот это есть, вот да, я. Он был в этой ситуации, то есть он это клещей сделал, потому что понятно, да? То есть, вот, а все вот эти груши, то есть там качающие, падающие стаканчики, то есть там какие-то лапки, венки, то есть они дают наработку реакции именно в том случае, в котором, то есть, ну, он будет стаканчики ловить, будет под мячик поворачиваться, то есть, но он не будет, то есть, потому что он на груши на качающиеся не работает, реакция, то есть, да, они были не груши, а коридоры, в котором, то есть, будут забегать, то есть, люди, надо одного, кто такой не пробежал, то есть, будет нормальный боксер, то есть, и, то есть, в двух сантиметрах будет, она понимает, куда прицелиться, стукнуть. И все, и все. Ну, где нужно? Посмотрите, допустим. Значит, с чего сознание, вот он где же он, да? Сознание занимается мозгом. Но если я, то есть оно он сильнее меня, да, но если я его, то есть заставлю выполнять вот это, да, это не занимается. Он мне нужен. Поэтому повторю, соображать точно знать, что ему сейчас новое было, все подходит, наступит, накладывает и начинается отходить ножку. Все, приходят все эти вещи. Все, допустим, потом нужно двигать. То есть, вот, чтобы уши сами работали. То есть, как бы, вот, раз опять, и, то есть, все эти вещи, понимаете, да? Вот, то есть, как угодно, это не важно, то есть, что вы тут будете делать. То есть, вот, не лови, а именно вот, чем хочешь, руками, рукой, там, чем хочешь, руками, рукой,
и все. Вот этими вещами занимается человек. Ты смотри, красный. Как у маленьких, то есть он там 4 уровня.
абсолютно нормально. То есть, как бы, центральная нервная система не работает больше, чем у него. Моментально остывает под более комфортные условия. То есть, вот так вот, не суть. Я больше не перейду. Просто потому, что мы не можем. Нет, там такая есть под камерой. Все, здесь уже никаких движений нет.
идет отсюда, да? Допустим. Следующий, допустим. Или пошел следующий. Идет так, работает. Здесь работа идет совсем по-другому. Это Юрий. Идет цирк отсюда. Это похоже, сравнить можно удар палкой или удар цирк. Лиса, разверни. В этой системе. Я только себя забыл дома, вперед снова использую. То есть я бью, и вот я сдерживаю, вот туда мне здесь жесткое противодействие. Чем сильнее будет противодействие, тем сильнее я могу ударить, как называется, в этой системе. Вот так вот это будет. У мастера в этой системе получше объяснять, но для начинающих, которые тоже являются, в том числе и я, постарался объяснить вот этот момент, который меня увидел. Вот смотрите, вот как посмоделировали автомобиль, да? На сайте, да. То есть вот, как он нападает, да? Ну, то есть, ты как бы сидишь в гербе, да? Сзади, если на заднее сиденье, да, вот ты сделал, а что сзади, вот вперед. People, да. Так, вот я его бью, допустим, да? Вот сразу жесткий опор. Вот и жесткий, допустим.
деньги. Понимаешь, вот должно быть больно. Понимаешь, а ты что ставишь? То есть я тебя бил утра в курсе, вот, все, да вон, понимаешь, вот помягче. То есть вот раз, вот допустим, он поставил вот. Я на нее наваливаю, да? Ну, завтра момент, да? Вот. Ну, упал, не знаю, я не допустим, я не вижу, что может стоять, да? Вот, да, вот. Ну, допустим, я наварил, да? Получается, если я его убить, thank you.
что как бы... Вот это.
Да, вот он задумал, и я подтверждаю. Вот задумал, да, потом он зашел. Понимаете? То есть получается, что я его убил, а он у меня не будет. То есть получается, что...
Вот,
сказал, что это просто перемещение и перемещение тела в пространстве. Ну, они так и развиваются, потому что самые сложные занимают попадание на самые быстрые скорости, вертящие. То есть самые такие средние скорости, это перемещение суставов в пространстве, да, и самые совсем, то есть как не скорость, это перемещение тела. То есть поэтому у меня место, многие, то есть как есть схемы, да, у них не больше пальцев, да, но как бы есть такое, то есть я не могу бывает уйти, потому что вот как я еще голову, удар и сделал, не слышал голову. Уйти можно только на большую дистанцию, понимаете, да? На большую дистанцию, я не могу сказать. Ну, смотрите, вот он, например, на расстоянии, да? Вот два. Ну, я его пытаюсь уронить, да, и пытаюсь на него уронить. То есть, брат, вот. Дайте, понимаете? То есть, понимаете, вот, то есть, насколько вот это движение, или насколько вот эти будут, да, и насколько движение будет в самом деле, понимаете? Пойдет такой вот, ну, как мы очень много движений. Вот. Поэтому вот когда вот эти все движения, вот эти скорости, они как бы оба висят, то есть, и эти все вот движения, все вот, как бы, их как бы нужно обходить. А когда человек, допустим, схватил какую-то волну, бежит на тебя, то есть как бы, и движение на него право, влево, на него, то есть запрет, то есть он блокадился на нее, все, и вот то, что вот его не найти, то, что опомнит, на него, то есть как бы, это очень опасно, как бы, в том числе, себе делать. Ну это просто так для тех, кто понимает, для тех, кто может какие-то стрессы. И вот, то есть бьет меня, да? Что ты думаешь, да? А вот эти вот вещи, они там, грудь, собрались, как бы, сидят, бежит, не рад, как бы. Теперь не могу здесь спрашивать. Дима, что значит, что они могут скорость Иисуса Христа? А? Что значит? А они, ну как бы, они висят, но просто не пытаются. Они как бы вот это будет заставлено. Это я это не знаю. Да, ты должен пока не смотреть на меня, смотри, вот как нужно, потому что это не вещи. Ну как бы используй таким образом, а задача у него. Вот эти системы знают, это вообще, ну, достаточно хорошо, потому что проект, который я изменил.
Насколько, то есть, вот это вот работает, а я так думаю, а он так думает, что приедет, да? Все идет по ней. Вот, смотрите, то есть, момент какой, то есть, навалился ему опыт, да, вот есть у нас основные механизмы, да, для простоты. То есть, навалился туда, да, переключил, навалился в опыт, переключил, навалился в опыт, переключил, и сигнал дает. Страшно будет.
мне на что надо. Вот ровно доли секунды, я даже не знал, чем не понимаю, как это. Все работает. Он вот все просто делает, да? То есть я вот пытаюсь просто все, если мне не можно. А если я вот я бываю на соли, то я всегда вот если вот даю сюда, вот даю сюда, даю соли, то есть как бы раз, все, то есть вот мне. Понимаете, да? То есть смотрите.